Ага, уже собрались. Я Леопольд Завизельский. А это... моя авторская, независимая от погоды, оппозиционная всему плохому, программа «Видеоблог неравнодушного философа». Знаете, что общего между свадьбой и, например, покупкой автомобиля? И в первом, и во втором случае, прежде чем принять решение, разумные люди тщательно изучают предложение. Выбирают ведь не на день-два, а надолго и всерьез. И от того, насколько скрупулезно человек подошел к выбору, напрямую зависит уровень его комфорта. Как минимум на ближайшие несколько лет. Но вот вопрос. Куда девается здравомыслие этих людей, когда речь идет о другом не менее важном выборе? Вот, например, 8 сентября белгородцев ожидают выборы представительного органа власти. Много ли жителей города задумываются о том, за кого голосовать? Как выяснилось, у горожан есть дела поважнее. Знаете, какие выборы предстоят в Белгороде в сентябре этого года? Ну, в Думу местную. Ой-ой-ой, даже не помню. А, по-моему, в Думу. А, нет, я не знаю. Не знаю. Предстоят в сентябре этого года в Белгороде? Предстоят выборы в Совет депутатов города Белгорода. А сколько депутатов будут избирать, вы знаете? Нет. Как же так? Ведь именно эти люди очень скоро начнут требовать от избранных депутатов немедленно улучшить жизнь и благосостояние. Причем громче всех будут возмущаться «к гадалке не ходи» те, кто вообще не голосовал и не интересовался. А ведь не интересоваться политикой – это все равно, что не интересоваться сдачей в магазине. Не будете считать вы, посчитает кассир. Причем так, как ему нравится. Так что присмотреться стоило бы. Обратите внимание, в выборах участвуют 14 политических партий. Более 160 кандидатов-одномандатников. Думаете, все они достойны того, чтобы доверить им власть? Весьма сомневаюсь. Как всегда, на выборы идет изрядное количество крикунов-популистов и политических клоунов. Именно они рассчитывают на голоса тех, кто ведется на ничем не подкрепленное обещание. Они же, в случае победы на выборах, моментально забывают о том, зачем пришли во власть. Вам нужны такие представители? Лично мне нет. Поэтому я буду голосовать за тех, кто идет во власть, уже имея опыт реальных дел. Как их отличить от политической шелухи? Очень просто. Читайте предвыборные программы. Смотрите не только на обещания, но и на то, что уже сделал кандидат. Выбирайте осознанно, а уж потом и требуйте с полным правом.